Привет! Вы на канале Прага Авто. Сегодня мы вам расскажем про аксессуары Шкода, которые вы можете приобрести в автоцентре Прага Авто на Кольцевой. В этом видео я вам расскажу про универсальный фиксирующий элемент для багажника, так называемый Cargo Element. Комплект поставки Cargo Element весьма прост. Он поставляется в такой вот коробочке, в которой находятся два предмета. Этими двумя предметами являются два фиксирующих элемента. Они сгибаются посерединке, на нижней части их расположены липучки. Как фиксировать элемент в багажном отделении, сейчас посмотрим на практике. Допустим, вам необходимо перевезти любимый спатифилум вашей тещи. Ведь у каждой тещи есть свой любимый спатифилум, правда? И вот любимый тещин спатифилум без крепежных элементов. Представляете, что с ним случится после нескольких резких поворотов? А теперь представьте, что случится с вами, если что-то случится с патифилумом. На помощь к нам приходят крепежные элементы Шкода – Cargo Element. С помощью них мы сможем закрепить любимый цветок тещи в багажном отделении так, что даже при самых резких поворотах он никуда не двигался. Все. Наш цветок закреплен. Спокоен он, спокоен я. Я цел. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать много интересного о Шкода. Также приезжайте к нам в автоцентр Прага Авто на Большой Кольцевой, чтобы увидеть все своими глазами.